Привет всем! Сегодня у нас 4 сентября и приступаем мы к копке картошки. Хорошая стоит погода, где-то, наверное, 23 или 24 градуса, небольшой ветерок, такая вот хорошая подходящая погода, поэтому нужно копать, а то всего, наверное, 4 дня таких будет, а потом уже похолодание и дожди. Скосили ботву вчера. Все вечером убрали. Подготовили огород. Сегодня вот копаем. После заморозков немножко все так под увяло, конечно, но все равно еще цветет все. Кукурузу прихватило. Кабачки померзли, вся ботва. Ну, теперь зато вот все скосили, никакого такого вот бурьяна нету. И огород будет чистый. Картошка вот всякая, разных сортов. Такая вот красненькая есть. Такая красненькая. И светлая, в общем, всякая разная. Всякая. Эту брали у соседей, красненькую. Ну, тоже она вроде где-то лучше, где-то хуже. Всякая разная. Такая есть тоже. Ну, хватит. В этом году сухо было, поэтому приходилось даже поливать огород, поэтому нормальный урожай. Хватит и себе, и животным домашним, в общем, свиньям всем хватит. Поэтому такой вот урожай. Покопаем, потом отдыхаем. И снова за работу. Вот взяли мы в том году на семена 2 ведра такой картошки. Она очень хорошая, мы ее оставляем всю на семена. Это белая. И вот это красненькая. Вот такая ровненькая, внутри желтенькая. Хорошенькая. Крупненькая вся. И под курсом ее много очень получается. Так что ее будем сейчас собирать и все оставлять на семена. Такой вот сейчас амарант. Выдержал он заморозки, вот эти, которые были. Вот так все цветет. Земляника еще цветет. Thank you.
Вот за сегодня выкопали такую вот площадь. И сейчас будем собирать мелкую отдельно, крупную отдельно и на семена. Которая лучше всего уродилась, ее будем оставлять на семена. Что, качает уже? Качает? Соседи тоже копают. Какому Сашке? А что, у него нету? Это белая тоже хорошая в этом году. На-на. И вот эта вот красненькая. Вот наша лапка тоже пришла копать картошку.
собрали. Такую крупненькую. На еду. А сейчас возим мелкую семенную. Облепиха поспела уже. Лёша у нас на тележечке возит. Чё, Лёш, удачно? Удачно? Удачно. Удачно. Даже жучок здесь попал. Сидит жучок. Вот столько мы за день сегодня осилили. Осталось здесь 15 рядков, посчитали. И там 8. А бабушки, соседи выкопали. Чуть-чуть у них осталось. И чуть-чуть у них кабаков с тыквами. Так живем в деревне, садим картошку. Что? На тебя направляю камеру. Память будет. Вот, рыжик пришел. Чё, котик, домой хочешь? Целый день сегодня с нами. Покушает и все, и домой. Домой пойдешь? А, крыса. Пойдешь домой? Пойдем домой. Пойдем домой. Все. Ну а всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите к нам почаще в гости. Всем пока-пока!